2016 года стали законным мужем и женой. И открыли в обществе, они будут представляться как семья Шведюк. Ну что ж, поздравим их! Еще больше аплодисменты пусть звучат в этом зале! Ну а молодоженам Бойко! Андрей, с этого дня вы глава семьи, и именно вам, как главе семьи, я хочу вручить свидетельство о браке. Это самый первый ваш семейный документ.